И тогда смотреть, у нас третья партия. Ренман выбирает паладина. Ну вот что интересно, Свиз решает свапнуться. Но он свапается на своего охотника. У него так же, как и у Ренмана, это не Secret Hunt, это как раз-таки Дезратал охотник. Тут из интересных карт можно отметить Дьявозавра, можно отметить Зилиакса. Все остальное, ну вот разве что еще Защитник Аргуса мы видели в начале и Ментального техника. Все остальное это классика. Тут вот даже каких-то, не знаю, интересно, ситуативных карт попросту нет в колоде. Вот как раз если еще у ремня играется Ундаста, то у Свидза этой карты нет. На самом деле у Ренмана прям крутой паладин, он нестандартный, он играет через яйца, через предсмертные хрипы, при этом есть комбинация с ДК, также играется Ширвала, и больше всего мне нравится название лайнапа от Ренмана «Сижу на всех стульях». То есть он попытался умаститься полностью. На все четыре прям. Красиво. Да. Что здесь? Здесь выходит Прилад. Это карта, которая как раз-таки добавлена в очередной раз, я думаю, против.